Что ж, всем привет, с вами снова Айс, и мы продолжаем проходить Героя Бригандины. Битва или жизнь Фарсены. Сейчас по нам будет биться, вернее, мы в битве. Остановились в прошлый раз на том, что мы бьемся. Тут битвы довольно-таки долгие, поэтому к этому можно привыкнуть. Очень неудачно сейчас по мне дракон долбанет. Он убьет, скорее всего, моего. Да, минус. Еще и эльфийки снял чуть-чуть. Ну и ангел минус. Это уже очевидно. Досадно. Пока что мы явно проигрываем. Ну, я так и думал, что будет померегот. Померегот, вернее. Удар. И главное, вот есть вообще какая-то возможность, чтобы не превратиться камень. Промах! Отлично, повезло. Повезло. Очень классно. 84 в ответочку сняли, это хорошо. Грот! По моему лучшему бойцу. Это опять массовое или нет? Это конкретное. Он очень больно снимет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 200. Офигеть. Так, ну мой грифон подлечился, поэтому все нормально. То, что Вирни нападает на моего грифона, мне кажется, даже плюс. Хотя 102 повреждения, посмотрим, если его грифон снимет в ответ. И тогда будем уже судить, плюс это или не плюс. Ну да. Критом 122, нормально. Угу. По моей, естественно, по моему герою будет выстрел. Я, наверное, своего героя уведу куда-нибудь. Я его так подставил очень неудачно. Это хорошо, что повезло, что птицерок по нему не попала, по ней. Контратаковать не будешь, нет? Дракон сейчас по ней долбанет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень и очень печально. Как же это больно. 139 повреждения. Ну и в контратаке мы снимем, может быть. Хотя критом под соточку снимем. Больше. Крит удар 115. Неплохо так. Как он с такой дали-то может? Япона мать, только не убей, пожалуйста. Только не убей. Нормально, 113, выжили. Фух. Хотя, вот тейкран, вот все. Это смерть. Я подставил Мэриот. В принципе, сам виноват. Единственное, если мне повезет. Нет, мне не повезло. Это стратегическое отступление. Мы не сдаемся. Да, отряд весь пропадает. Но пару не смогли сбежать. В общем, вот такая у нас ситуация хреновая. Я бы сказал. Даже сказал, очень хреновая. Да, что делать, что делать, что делать.
Ну, в принципе, да, святым словом, почему нет? Это у нас типа паладин. Помню эту магию. Правда, не помню, сколько она, в принципе, может это мать. Она по площади, а? Да, дыханием, естественно. И пса заденем, и героем не промажем по нему, по крайней мере. Отлично, у него 210 хп всего осталось. Добьем его, я думаю. Не скажешь, повезет. Это было бы очень классно, если мы его в итоге убили бы сейчас. Критом всего лишь 91. А в ответочку 150, ну 130. На глаз казалось больше. Пытаемся загасить Багдимагуса. Ай! Грифон, Грифон, ты, ну бас, промазала. Ну, в ответочку 150 получил. Да и лечить тут особо некого, на самом деле. Идти надо куда-нибудь сюда. Пытаться все-таки добить, это единственный, наверное, шанс нам выиграть в этой битве. Отлично, дракон. Просто красавец. Я еще не наигрался. Я думаю, оставлю немного на потом. Дракон сразу левелов получил, видите сколько. Так, куда бы пойти? Думаю, что лучше сюда. Атаковать эту птицу. Наверное, самый главный враг сейчас. Критом 123, отлично. Супер. Давайте пока не им атаковать, а вот ей. Рев дракона. Не-не-не. Рев дракона ты делать мне не будешь. Ты будешь ходить. Вот сюда. Атаковать вот этого гада, мага. Я думаю, сейчас удар со спины пройдет очень неплохо. Ну, где не со спины, а просто по магу беззащитному. Ну, хотя 82 всего лишь. Посохом, правда, промазал. Ну, все-таки маг, да? Идти некуда-то особо. Так, а кто у меня еще остался? Из отряда из первого. Никого, да? Не хочу ждать, я лучше подожду, я не хочу атаковать. Проклятие на моего дракона, ну ты даешь, ну ты маг совсем, друид, охренел. Я, наверное, понял, почему мало урона, он в городе стоит, возможно, защита из-за этого у него повышена. 220! Офигеть.
Мы уверены, это сейчас долбанут нахрен так. А ведь реально долбанут. Я не подумал, что полетел в атаку. Шанс только что сейчас промажет. Он не промазал. Он, конечно, свою жизнь оправдал полностью, но... Нельзя такого хорошего воина терять прокачанного никак. Рох, естественно, пошла его добивать. Ценой своей жизни он силы вражеские, конечно, на себя отвлек, но... Это очень печально. Это ужасный итог вообще битвы. По герою, естественно, будет атаковать, это очевидно. Как бы нам заново не пришлось начинать, прям с самого, просто после первой битвы, прям. Ну, 59 повреждений это ничто. Ну, ящер он вряд ли добьет прям с удара. 270 все-таки. Правда, ящер в ответ где-то 30-40 снимет, не больше. Левым топором своим, да? Неплохо, кстати. Сотничка, соточка. Ну, это, конечно, кранты ящеру пришли. Самурай этот сейчас его добьет, естественно. Нет, смотри, 99. Ящер выжил, молодец. Голем бьет по бедному, незащищенному никем, кентавру. Ну, голем глупый, может промазать. Да, промазал. В лобешник таким кулаком, конечно, засадил 120, офигеть. Ну, правда, в ответ получил критом под 100. Тоже неплохо. Ну и минус ящер. Гуль его добьет. Ну, вампир, вернее. Так, он проверит. Все идет нормально. Допчиков нет. Отлично. Минус. Плохой из меня боец в этой битве получился. Ну ладно. Не страшно. Пока не страшно. Восстановление ХП. Магия. Нету лечения. Нету. Не могу никого лечить. Так. Идти. Стоисто. Гуль. Дракон. Попробуем кентавра долбануть. Да, наверное, это опрометчивый ход. Я виверну опять подставил. Сейчас кентавр под соточку снимет. Ну, 76 все равно. Много. Ну, разбить кентавра, так бить. У меня коцанная армия, вся коцанная. Абсолютно все. Просто жесть. Слов нет. Но я еще подойти не могу. Ну, по идее, если гидра попадет, она может убить его. Я думаю, 120 с ней для нее не проблема, хотя... Да, она очень сильно косит. Это я помню. И еще критом в ответ 90. Ну, вообще красота.
какую-нибудь магию применить бы, но... Ну, хотя вот так можно подлечить. Аверины. Чем неплохо, да? И, наверное, добить кентавра этого. А чё на этом кентавре ты сосредоточился? Как будто он прям главный, не знаю, ДПС. Молодец, дракон. Добил. Пятый левел, так. Ага, нифига себе, ты можешь стрелять на такое расстояние, да, значит? Значит, по идее, ты можешь сюда уйти. И еще и выстрелить. Через две клетки он стреляет, а не через одну. Отлично. 131 по дракону, просто великолепно. Просто великолепно. Так вот, что дальше? Ага, пошел куда-то. Ну, спасибо тебе. Надеюсь, моего героя в камень не превратят. Паладина моего. Очень на это надеюсь. Но могут. Да. Видимо, любой урон от этой птицы поганой превращают в камень. 1-1 обращен в камень. Вот вроде, когда он в камне, должен урон поменьше по нему проходить, если я не ошибаюсь. Но контратак нету. Да, урон поменьше, полтинничек. Но от этого не легче. Вируном... Ах, он скотина, он по Грифону. Грифон, живи, пожалуйста. Оставь себе 5 хп, ну живи! Выжил. Отлично. Красота. Пока что выжил. Ну тут главное было, понятно, что он сдохнет. Главное было, чтобы он ему контр-удар нанес. Третий левел. Еще бы лечился ты с этим левелом, потому что сейчас тебя дракон, конечно, добьет. Но с другой стороны, урон дракона намного больше, чем 47. И тратить его на грифона, это неплохо. Еще он может теоретически промазать. Да. Ну, теоретически мог, правда? Такс. Гуль. Гуль решил сдохнуть. Хотя 150 хп ему, конечно, выверну не снесет. А вот вампир где-то под соточку спокойно может. Да, 70, 72, нормально. Критом. Ну что, Виверена, докажи, что я в тебе ошибался, убей его. Сложно было. Седьмой ход. Где один ходить, естественно, не может. Гидра, главное, чтобы она попала. Это главное, чтобы она прекратила мазаться. Нормально. 118 это нормально. Дал ответ 81. Ну, меньше, чем 118. Так. Нет, ты мити не будешь, ты от гуля добьешь. Если попадешь, то 59 ты точно снимешь. Отлично, минус. Ну, чтобы не мешался. Третий левел. Так. Магия. Геногрот. Геногрот.
Может быть не Гин, а Грут, а может быть что-нибудь типа... Гена Мороз, может быть. Слишком далеко. Слишком далеко. Виверну, естественно, бьем. Ой, Виверну этот. Птицу Рок, который в камень превращает. Вообще, я ошибку опять совершил. Я опять своего героя подвел туда, куда нельзя было подводить ни в коем случае. Хорошо. А, он по паладину бьет? Ну, по паладину бью, но так в камне. Учитывая то, что из-за того, что он камень, у тебя будет еще и атака меньше. То это ради бога. Надеюсь, он выдержит. Нормально. Живем. По моей бедной виверне будет дракон бить. А дракон сильно бьет, ну где-то может сотню спокойно снять, больше. Да, 150. Критом, правда, 138, ну почти 150. Ну и совсем почти, ну хотя как 82 повреждения, это нормально. Это нормально. Виверна, живи. Пожалуйста, 173 повреждения не получи от этого Даффи. Живой. Ну и в ответочку ему соточку фиганы хвостом. Ну хоть так, 70 тоже, тоже нормально. Айс! Минус виверны, к сожалению. Но если не случится чудо, и глиняный голем не промажет. Не промот. Досадно. Ладно, наш ход. Давайте что сделаем. Смогу сюда подойти, нет? К сожалению, не смогу, да? Ну тогда ладно, тогда просто атака. Виверны. Главное попасть по ней. А если попадет, то убьет, скорее всего. Да, минус. Нормалек. Еще уровень получили. Так, магия, что-нибудь типа мороза на нее. Очень интересная игра с огромными тактическими возможностями, несмотря на те года, когда она была сделана. Лично 159 повреждений. Давай, добей его. Надеюсь, кентавр не промажет. Минус, отлично. Два уровня. Неплохо. Ну и, конечно... Бить этого колдуна позорного своим драконом супер ударом. Во, уже неплохо, 120. А посохом-то можно и промазать. Ну или сколько там, 31 повреждение, это не повреждение. Дракон еще уровень получил.
отходит, естественно. Боишься, гад! Слышь, когда страшно, а? Подлец. Ну, голем, естественно, по гидре не промажет. Гидра слишком большая, чтобы по ней промахиваться. Соточку где-то снял, да? 116. Много. Тут главное, чтобы... Гидра, конечно, желательно, чтобы выжила, но, походу, она не выживет. Потому что и дракон будет атаковать, а потом и герой вражеский. И в сумме, конечно, 225 ей снимут. Если кто-нибудь из них не промажет. Ну да. Дракон по гидре, конечно, долбанул очень больно. Надо запоминать, что дракон контра гидре. Хотя гидра и контра дракону, в принципе. Жалко, конечно, сейчас. Ну ничего не поделаешь, катана добьет мою гидру. А еще и крит-атака, теневая луна. Он бы там по 200 точно снял, в любом случае. Ход девятый. Колдуем. Геногрот. Не очень помню, что это, но сейчас узнаем. Цепная молния, наверное. Да. Ну, идеально по урону-то, да? Естественно, будем камди на этого добивать. Если дракон сейчас попадет, потом кентавр добьет. Надеюсь. Я так и знал. Еще и крит от посоха пошел. Вообще беда. Ну, конечно, 170 он ему не снимет. Это очевидно. Попади, дракошка, попади. Жаль. Убегает. Трус! Трус. Просто трус. Ты сбежал с поля боя, ты трус. Ха-ха-ха. Сейчас, сколько он книжкой своей долбанет в ответ? Слово магии. Оба, надо же. Книжкой можно снять у голема 46 прыж. Да это ж просто великолепно. Главное, чтоб ты не помер, вдруг. Ну, 300 вряд ли дафи снимет. Хотя... Да не, вряд ли. Маг у нас, конечно, маг, но маг у нас не слабенький. Он книжкой 40 голему снял. Ну, сейчас и дафи где-то под 40 снимет, да? Ну, отлично, смотрите. Просто герой, 47. Жалко, конечно, мой паладин стоит в камне, но что поделаешь. Интересный получился бой, очень сложный, очень поучительный на будущее, так скажем. Ну что, по дафи, естественно. Маги. Получи, фашист, гранаты. Готов. Громче, ори, громче. Я побежден! Нет, это невозможно! Да нет, это возможно. Ты готов, сынок. Победа! 200 опыта. Ящер. Дракон был захвачен. Неплохо. Я оккупировал город еще.
Круто, да? Принцесса Мэриот, ты вернулся. Да, я вернулся, принцесса Мэриот. Ну не зови же меня принцессой, просто зови меня Мэриот. Это, сори, Мэриот. Да, кстати, я слышал, что сделал Замекис. Это правда, что Алтекия пала? Да, это правда. Кай был занят из-за этого. Он давно уже не был со мной. Я вижу, Акарлион все еще взволнована. Да, нам нужно больше солдат. Я думаю, что могу вам помочь. Что, ты? Я не говорил тебе этого, но меня защищает магическая сила рун. Я хранила секрет, поэтому что если я стану рыцарем руны, мне придется бросить рисовать. Я не знал, ты станешь быть рыцарем сейчас. Ну типа да, я случайно знал пару сильных людей, они помогут мне в этом деле. Реально рада, что ты с нами, милая. Ну что мне там, начать все сначала? Я не скажу ничего, что я хочу. Ты мне как сестра, правда? Миле присоединилась. Что там у нас по манне? Кого мы можем призвать? Дракона тут можем взять, да? Гигант. Давайте дракона возьмем. Пару отрядов. Пригодится, я думаю. Так, идти я пока что не могу, но я могу. Да блин. Снарядить себя драконами. Цена 30, цена 40. Так, тут у нас пусто, да? Героев нет. Тут героев нет, но там у нас... У нас 4. Тут у нас 4. Тут из 4 у нас есть кто-нибудь, кто... С мобами? Нету, да? Значит, тут нам нужно... Может, кого-то улучшить можно? Ничего не экипировано. Нельзя. Класс вверх, класс вверх, класс вверх. Тут вообще никого нету, да, у нас получается. Да, это печально. Это просто беда. Тут могу призвать? Я могу призвать големов. Два отряда. Могу призвать драконов, например, да? Те же два отряда. Ну, чтобы моя армия была боеспособная более-менее. Хотя можно сделать вот так. Не хватает, да? Ну ладно. Немножко перегруппировываем армию. Так, чуть-чуть совсем. Так, гигант 60, это 30. Так вот. Тут армия боеспособна, в принципе. Задание.
Давайте вы на задание пойдете у нас. Тут нам нужно посмотреть тоже, естественно, что у нас с армией. Ага, тут у нас 4 героя, но армии нет совсем, да? Значит, нам нужно призывать кого-то, хотя бы немножко. Не знаю, там... 2 таких. Ну, хотя бы что-то, да? Манны осталось немного для призыва, к сожалению. 1 голема. Как танка. Прежде всего. Не знаю, можно еще 1 центавра. Отряд лучников, блин. Мать их. У нас, в принципе, прист. У нас этот город довольно-таки уязвим, на самом деле. Я очень много армии потерял в этом сражении, к сожалению. Действительно, очень много. На меня напали. На меня напали, а у меня тут всего лишь 2. А вернее, даже я бы сказал 1, потому что остальные на задание. Ну, японский-то городовое. Просто жесть, жесть, жесть. Я, походу, проиграл. Конечно, весело, но... Хотя я мастер обороны, вы о чем вообще? Я мастер обороны. Не верите? Зря не верите. Я просто мастер обороны, я вам говорю. Вы еще пожалеете, что смели напасть на меня. На меня самого, блин, мастера обороны. Что за магия у нас есть? Ага. У меня нету, что ли, манны? Или мне тупо некого бить? Ждать, ждать. Можно немножко подойти сюда, наверное, хотя... Можно было и не подходить. Тут всего 2 отряда, что я боюсь? Всего лишь 2 жалких отряда. Почему не могу ничего сделать? Потому что у меня ни хрена нету, да? Ждать, что еще делать? У меня второй герой вообще бесполезен получается, к сожалению, да? А виверна на меня нападает. Помню, дракончик так неплохо по ней бил. Или он по гидре неплохо бил. Сейчас узнаем. Ну, по ней тоже. 114. Сойдет. Кентавр, естественно, будет стрелять по герою, это понятно. Это понятно и дураку. 55 повреждений, это ерунда. Так, а... Ну что у нас, центавр-то 12 левела. Ну-ка, заряди-ка на соточку, как минимум. Убийственным выстрелом.
103, нормально. Тоже неплохо. Ах, его сшиб. Критом, а? Как нечестно бить критом. Надеюсь, что он не промажет. Очень надеюсь. Нормально. Почти пол хп снял. Красота, я бы даже сказал. Так, теперь нам нужна магия. Гена огонь. Да, вполне. Почему нет? Наверное, слишком много маны он потратит. Было подождать немножко, возможно. 81, 100. Давайте виверну, естественно, добьем, наверное. Если дракон попадет, то он ее убьет. Но надо еще попасть. Это издевательство. Комп просто читерит по-страшному. Сами видите. Это просто ужасные читы. Как можно было, блин, промазать? Просто позор. Ну и по моему бедному ящеру сейчас грифон еще и будет нанесить урон. И нанесет много. Ну промаж тоже, что ли, а? А, хрена. Это немного на самом деле нанес всего лишь сотню. Я ожидал больше. Может быть, ящер по нему хорошо долбанет, а? Фу, смотрите-то, а. Криптом, правда, 105, нормально. Живем. Ну ты магию можешь использовать? Да, отлично. Ну чё, фашист, получи гранату. Не ждали, мать вашу? У меня тут магичка, блин, в рукаве. По идее, она должна убить, да. Минус виверна и минус кентавр. Нет, одно хп! Не, ну это просто издевательство. Комп надо мной и издевается. Реально. Я стою в городе, мне просто подхилили меня. Это какой-то магический удар, да, на дальнее расстояние. Май разрез. Ну, типа атака, а звуком. 145, да ну тебя нафиг. Читерок явно. Явно ты читерок. Дракон против дракона, у кого, да? Критом 122, я в ответ критом-то не ударил. Значит, это 90. 117 без крита, неплохо. Кентавр, слышь, когда страшно. Полет. Давайте подлечим кого-нибудь. Хотя нет. Давайте сделаем так. Атака. Сто 16, нормально. Правда, я не знаю, сколько контратаку он снимет мне, но... Больно. Ну не 100, 16 меньше.
Атака. Бойный выстрел. Кого же атаковать? Грифон? Или дракон? Давайте грифона. Хотя, наверное, я ошибаюсь в этом. Лучше бы атаковать дракона, ну. Сейчас мы об этом узнаем. Восемь осталось, нормально. Главное там не 200 урона в ответ получить, и будет все неплохо. 114, ну 114 живем. Так, Ешер, ты, я понимаю, что ты хороший, у тебя хорошая ловкость, ты должен попадать и убивать, да? Вот так вот, молодец. Вот, рассчитали, ну. Еще ящер левел получил. Просто отлично. Так, лечение у нас. Вот этого, наверное, да? Типа. Отлично. Идти. Честно, я просто не очень знаю, влияет ли атака сзади на урон. То есть я обошел и как бы сзади напал. Наверное, нет. А может быть и да. Нет, соточка. Я чувствую, что мне в ответ больше нанесут, чем соточка. Да. 98, нет, не больше, смотрите. Да, нормально. Я бы сказал, даже офигенно. Так, она подходит на радиус действия заклинания. Мощный кулак по ему ящеру сейчас будет. Гигант, конечно, опасная вещь. Промах! Вот так вот. Ну-ка, ящер, покажи. Покажи, как надо. Зеленошкурый друг. Вот так вот. Схватил 135. Сиди теперь молчи. Ящер на ящер, кто кого. А у моего ящера-то атака выше, потому что он 4 уровня друг. И защита, соответственно, тоже лучше. 57 повреждений, да это ничто. Ты посмотри, как левым топором мы тебе сейчас рубадем. Ну, тоже не очень много. Ну, критом 80, нормально. Так, джинчик. Джинчик у нас тоже может атаковать магией. Воздушный шторм. Он нас считает как рейнджовый атак. Только по площади. Ну, по диагонали, вернее. Больно. Больно, однако. Так, а ты можешь что-нибудь из магии еще сделать, нет? Тут же Гена Мороз, да? В принципе, можешь. Ну так делай. В чем проблема? Милия, ты для этого и нужна, чтобы просто колдовать. Хорошо, конечно, сейчас прошло. Очень хорошо. Вход 5. Восстановление жизни. То, что стоим в городе. Опять разрез по дракону, опять дальняя атака, но что поделаешь. 160, да ладно, да ты вообще охренел. Ну, компьютер читерит просто на ура. Просто читерит как хочет. Не-не-не-не. Нет, мне не нужна такая магия, мне нужен геноогонь. Чтоб по всем.
Чтобы по всем задело, чтобы все знали, блин, как нападать на меня, мать их. Я же говорю, мастер защиты. Смотрите, 109, 97, 98, 160. Красота, красота. Давайте попробуем джина долбануть. Не нравится он мне. Мелкий какой-то. Пуляет издали. Косая ты! Ну вы поняли, да? Кто он? Ну-ка, подышим. Давай, 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 дракон. Показывай, как ты умеешь дышать. И умеешь ли ты дышать вообще? Умеешь. Не уснули? Отлично. Да, гиганта будем бить. Гигант самое неприятное, наверное, что тут осталось. Кроме магии. 55 осталось, хп нормально. Гиганта добиваем, надеюсь. Очень надеюсь. По крайней мере, ловкость дракона выше. То есть шанс попасть в него выше. Да, минус. Комп не щитерил на этот раз. Четвертый левел. Отлично. Так. 108. Я 108 боюсь не сниму тебя, да? А вот по джину можно. Он в ответ все равно ничего не делает. А попытаться его вальнуть, хотя 119 слишком много. Наверное. Да, 13 хп осталось, выжил. Но с 13 хп он может просто убежать в панике. Бежать. Да. Трусы! Просто трусы. Вы трусы. Вы никогда не победите меня, потому что вы трусы. Бежать, бежать. Офк. Я же говорил, я мастер обороны. Одним отрядом, ничего не потеряв. Изи вин. Кай 23 уровень, дракон 5, дракон 2, дракон 6. Кажется, с 10 уровня можно улучшать. Как 10 уровень получают наши воины. Кажется так. Так, у нас есть что-нибудь, что можно призвать? Или... Но на самом деле, нафиг, они не будут на меня нападать, потому что они очень много потеряли. Они много потеряли в атаке воинов, в принципе, поэтому... Они, думаю, не будут на меня нападать. В этот ход. Хотя, 5 атака. Ёпона мать. А вот это уже печально. Там очень дикие войска. Реально дикие войска. Улучшенная гидра. Улучшенный кобель. И сам Земекис. Я могу просрать этот бой. Причем на изи могу просрать. Ладно, проиграть. Чем мы будем выражаться? Некультурно, правильно же?
Будем биться до последнего. Это улучшенная гидра. Нет, не улучшенная гидра или улучшенная. Хрен его знает. Ошибся я, видите? Ошибся. Сильно ошибся. Шанс на самом деле... Да нет у меня шансов. Шансов у меня нет. Надо гидра не улучшена. Хорошо, что она медленная. Очень хорошо, что она медленная. Ага, так, старый клык. Улучшенный пес, который Финфира трансформировался на 10 левеле. Очень сильная армия. Очень сильная армия. Сто 54 урона по 2 ответочку мы дали. Это хорошо. Вот по герою будет атаковать, это глупо, он сам подхилится. Это в принципе атакуй. Да пофиг. Мы стоим в городе, мы вылечимся немножко. Пытаемся сделать то, что можем сделать. Оправдать название такое громкое, да? Как мы себя назвали мастером обороны. Но на самом деле это не так. Конечно же, это не так. Бедный дракон. Сначала так сделаем. Естественно, кентавр добьет этого пса, если его выстрелит или не добьет. Тут это проблема и дилемма небольшая. Естественно, ждать. Ну, проверим на самом деле. Что у меня остается? Кентавр у меня высокий, 13 левела. Давай, родной, стреляй. 3 хп, да ладно. Блин, такой бред. Что просто жесть. Ну реально, 3 хп, ну что ты будешь делать? Такой лак. Критом почти под 200. Хорош. Хорош. Ну давайте немножко полечимся. Нормально. Это не успеет пока что подойти, это хорошо. Чего на силу, ой, к силу кастанул гидри. Мороз.
добить Синсира. А давайте его добьем. Ну а почему бы и нет? Улучшенный отряд, за него дадут опыта больше. Плюс не будет он биться потом, в крайнем случае. Если мы проиграем эту битву и город отдадим. Нормально. Сколько опыта, да? 7 уровень получил. Красота. Восстановили хп, как я и говорил. А лук. Земекис у нас лучник. Вернее, арбалетчик. Критическая атака. Да японский ты городовой, а. Сейчас 250 как снимет. Ну да, 249. Гидра уползает в сторону. Это тоже все. Обходят они. Меня обходят. Обходят, сволочи. Ну, понятно, что им невыгодно бить мою армию, да? Им выгоднее бить героя. Овк, это естественно. Еще, блин, и этот ниндзя, ёпарас, это самурай критом по моему дракону сейчас ударит. Да япона мать, какие нахрен 250, вы сдурели что ли? Хоть и критому, да слишком много. Да, конечно, битва будет ужасная. В том плане, что у меня очень все плохо. Я бы даже сказал, не очень все плохо, а ужасно все. Так, это подошел. Это тоже подошел. Так, вот теперь у меня дилемма. Или подхилять дракона вот этого, да, которого сейчас будут бить. Или бить массой. По всем. Или бить массой по всем. Давайте, наверное, массой по всем долбаним. Все-таки по урону это будет намного лучше в сумме. Давайте сотничку по дракону. 94 по гиганту, 75 по Зимекису, 124 по кентавру, 118 по этому, 119, 112 и 114 по этому. Просто красота. Мы-то еще и подышим. Хотя можно этого было не делать, дракон-то полный. Можно было атаковать. Хотя ладно, не важно. Неплохо. Согласитесь. Еще подышу. Все-таки отряд дракона вещь хорошая. Готов. Почти готов. И еще подышу. Овк. Че нам, да? Че нам, быкам? Делать еще. Драконом, вернее. Аман. Тут стоя, где стоишь. Так, а.
Ну давай, кентавр, сними критом 200. Ну как 200 не снимет. Ну давай. Что можешь? Покажи силу. Косой. Косой. Так эти обходят, уже подходят близко. Блин, это очень хреново. Они уже тут. Геномороз. Геномороз заденет только этого и этого. Что у меня еще есть тут? Надо какая-то вагон дымом. Ну а почему нет? Давайте дымом их покроем. Соточку восстановили. Нет! Нет! Мать вашу, нет! Нормально. Живем. Фух, я подумал, больше будет. Вот я подумал, как по ящеру все долбанут. Нет, воздушный шторм, мать его. Чтоб его. Но я не сдамся, буду биться до последнего. Блин, а. Не, герой выживет, нормально все. Герой этот ход выживет. То есть он сам сможет сходить, то есть подлечиться, если что, скорее всего, сможет. Хотя. Хотя, может быть, и не выживет. Кентавр же есть. Блинский кентавр. Который сейчас убьет моего героя, и я проиграю битву. А так все было неплохо. Я бы, вот, если я бы эту битву выиграл, сейчас герой выживет. Но он не выживет, естественно. Даже вот так. Даже вот так. Все логично. Король умер, конец игры, да? Но нужно отступать. Так, квест. Ну, я читать не буду, это не очень важно. Важно, что мы получим. Присоединилась Карина. Новый рыцарь у нас. Все очень-очень плохо. Все очень-очень плохо. Сказал, все очень ужасно. Все время тут завоевали замок, который остался без армии, считай. Так, мы в пещере, но тоже читать квест не буду. Просто там кое-что получили за это. Я только что вернулся с задания. Надо перья... переформировать отряд наш. Где наш король?
Вот где наш король, мать его? Нашего короля тут нет? Он что, умер, что ли? Такого быть не может. Вот он наш король. Сюда. Так, и тут нужно немножко переформировать отрядики, да? Десятый левел. Хотя нормально все, на самом деле. Два отряда боеспособных вполне. Пока мы атаковать не будем. Со всех сторон эту империю-то давят. Земекис ушел отвоевывать, так что там городок-то остался. И мы сейчас, я даже знаю, что предпринем. Однажды в полдень Мэри и Юры пошли в гору секретно. Торговец, у нас было много сделок. Украшения. Вот, Каю понравится. И так далее, и так далее. Сейчас мы что-нибудь типа украшения приобретем. Я куплю это. Спасибо. Я купил тебе браслет. И уверен, что тебе будет намного лучше у этих серых. Что происходит? У меня день рождения. И вам браслет больше не нравится. Нет, тебе эти серьги нравятся больше, да? Браслет. Серьги. Кто тебе больше нравится, Кай? Успокойтесь оба. Я признателен вам, но я не могу ничего принять. Что? Почему? Королева не богатая страна. Подумайте, что люди подумают, если я буду носить украшения. Мы не можем так тратить деньги. Извини, я стыжусь себе. Нас уж купили их. Тоже ничего не поделать. Почему вам идти не поменяться друг с другом? Ну, если ты так хочешь. Ок. Не жаль, принцесса? Или все как дети? Мне тоже жаль, Сера. Мерют и Сера поменялись подарками. Эти украшения классно смотрятся на вас. Правда, Сера, пойдем еще в магазин. Конечно, я буду рада. Ну, хоть вы довольны. Ну, такие жизни королевства, да? Как бы. А теперь нам нужно сделать что? Теперь мы смотрим, какая тут армия. Армии тут нет. Соответственно, мы. И атаковать будем этот город. Тут два, хотя всего лишь, а тут... Тут три рыцаря. В общем, атаковать будем. Атаковать будем, естественно... Нет, надо выбрать всех. Кай. И Мэриот. Будем отвоевывать Ханас наш. Атаковать. Ну что ж, на этом прекрасной ноте заканчивается наша вторая серия, вернее, прохождение данной игры. Чувствую, что мне придется начинать заново, но если вам будет нравиться, я могу стримить ее очень долго. Она очень классная. Я помню, что играл в нее просто сутками, когда у меня была эта игра на PlayStation лет 14 назад. Может быть, чуть меньше. Итак, смотрите, прилетел час 15, просто незаметно пролетел. То есть, казалось, я только-только начал стримить. Извините, серия получилась немножко длиннее. Но я думаю, ничего страшного. Всем спасибо, всем пока, с вами был Айс.